Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, у нас закончился турнир, мы с тобой в Лиге Мастеров 3 звезды. И я еще, кстати, не ложился спать, язык заплетается, очень уставший. Но ради того, чтобы вам заснять серию, я, ребята, всем этим пожертвовал. Да не, на самом деле, мне самому было интересно, так что все у нас четненько. 75 осколков платиновых, и мы с тобой начинаем турнирную арену. Ребят, компьютер у меня не был выключен, как бы, поэтому, как ты видел, там событие у нас не отображается. Потому что, видимо, оно еще... ну, надо, на самом деле, перезагрузить игру. У меня, как бы, сейчас был запущен на черепашке. Наверное, час где-то я смотрел, контролировал время, чтобы не прозевать тот самый момент, когда у нас будет откат. Вот, и сейчас мы с тобой это... После этого я, ребят, собираюсь поиграть в одну довольно ретро-прикольную игру. Но это уже будет на первом канале. Так что, если кому будет интересно, он может будет заглянет. Может будет заглянет. Ересь, не неси, Рэй. Язык заплетается, чушь несешь. Но смысл, я надеюсь, всем понятен. Донесен, короче, что будет сегодня ретро-игра. Но я сделаю следующим образом, ребята. Я сыграю в нее, наверное, всего лишь полчаса. Почему? Там довольно прикольная музыка. Но дело в том, что я уже хреново тучу раз сталкивался с именно с авторскими правами по музыке. Поэтому для начала я сделаю просто получасовой ролик для ознакомления вам. Вот, потому что я в нее уже немножечко поиграл. Мне она зашла лично, и я решил ее поснимать. Если будет музыка под запретом, мне придется ее просто-напросто отключить, как всегда, и уже играть без музыки, слушая одни выстрелы и тому подобное. В общем, там все сами видите. И я думаю, что именно ретро-геймерам, которые еще помнят аркадные игровые автоматы, я думаю, что немножечко ностальгии принесет. Так, ну что, ребята, а пока у нас здесь все будет пучком. Не знаю, я попробую сегодня до часиков 5-6 посидеть. Потом меня 100% вырубит. Я знаю себя. Я уже знаю свой организм, я уже знаю, что, как у меня, ребята, все это будет выглядеть. Потому что это не впервой. Вот. Это у меня уже в течение 2 недель такая катавасия, ребят. Я не знаю, почему у меня день с ночью перепутался. Ну, видимо, наверное, потому что у нас, когда лето наступает, лето, я тебе скажу, такое лето, что сегодня снегу навалило. И правда, он уже растаял. Потом через 5 минут посыпал град. Короче, я не знаю, что творится с погодой, но не суть. Суть в том, что когда у нас лето, ребята, у нас нету ночи. У нас постоянно светло, постоянно день, понимаешь? И вот это вот в полярную ночь, постоянно ночь, в полярный день, постоянно день у нас. Короче, вот такая вот катавасия получается. Вот, и сбивается режим. И одно дело, когда работаешь, да, ну, хочешь не хочешь, тебе надо ложиться спать. А когда ты в отпуске, ты же кайфуешь, балдеешь. Пошел в магазинчик, взял бутылочку холодненького, выпил. Никуда тебе идти не надо, никакие там дышать никуда не надо. Все четенько. И вот именно это и расслабляет. Так же, как расслабляет, ребята, вот я видосы записываю, да? Вот. Монтирую. А выкладывать на YouTube мне их просто лень, понимаешь? У меня копится по 10-15 видосов, и потом мне их приходится всем, все скопом выкладывать. Я не знаю, почему так происходит. Вот такая вот штука, ребят. Ладно, это какой-то пролог у нас получился. Сейчас у нас главные черепашки. Мы сейчас... Ну что мы сейчас с тобой? Мы дойдем до... Вот я начинаю фигню страдать. До лиги... Ну, Сёгунов 3 звезды, это я точно рассчитываю, ребят, дойти, добежать до туда. Вот. Но даст ли мне эта игра? Ну, это будет интереснейший вопрос. Так, у нас 13-15. Слушай, мы с тобой как эти, чешем. Очень даже круто мы с тобой идем сейчас, я тебе скажу. Прям the best from west. Вот. И сегодня еще, я не знаю, ребят, проснусь. Надо еще в Драконах Всадники Олаха допроходить эти события. То допройти, новое начать. Вот. Тоже все будет, но уже, наверное, завтра это все. Скорее всего. Наверное. Не буду, ребята, обещать. Уже наобещал в 3 короба. Ничего не делается, не выполняется. Поэтому не хочу лишний раз ни себя обременять, ни вас расстраивать, как говорится. Пускай оно идет, как идет. А то, знаешь, это получается у меня как вторая работа.
обязательно я что-то должен делать. Хотя, на самом деле, я никому ничего не должен, не обязательно это делать, ребят. Я играю в свое удовольствие. Ну, удовольствие, понимаешь? Вот, вот нравится мне сегодня играть в такую-то игру, мы будем ее играть в такую-то. Сегодня смотрел ролики в Ютубе, ну, по Your Today Rogi. Нашел там одного хмыреныша. Начинает все по чесноку, ребят. Все там парится. Я думаю, блин, смотри-ка, а. Потом я захожу где-то на вторую или на третью серию. Он в эпик шмотках, весь прокачанный. Я такой, что-то я не понял. Что это за хрень такая? Как это он так умудрился? Я начал листать. И, короче, получилось так, что, ребят, ну, он читер. Он через Lucky Patcher ее взломал и накрутил себе немерено бабла. И сидит, что-то там втирает людям, как он хорошо играет. Ну, людям, я так понимаю, тоже детям, потому что у него канал тоже там по Android играм. Вот. Ну, чмо, понимаешь? Просто чмо. Ну, для меня лично, ребята. Вообще ни грамулечки уважения нету такому. Может быть, конечно, кому-то это нравится, там кто-то этим пользуется, спешит, там что-то, то все, пятое, десятое, проходит за 3 секунды. Знаешь, я еще раз говорю, ребят, смысл играть тогда, если ты все купил на первом, втором уровне, в эпик шмотках, в легендарных, и что ты еще там объясняешь, рассказываешь, блин. Да заткни ты свой хайло, сиди ты там тихонько сопли жуй, ё-моё. Чё ты там какие-то тактики показываешь, ё-моё? Для кого? Куда? Чего? Какие тактики, блин? Мне вот это вот просто, ребята, убило на повал. Ну, в общем, моё личное мнение. Ну, понимаешь, я бы мог бы давным-давно вот это вот всё, что я сейчас играю. Вот 5 лет черепашек, там 4 года дракон всадники Олуха. Так же взломать и не париться. А какой тогда смысл? М? Ну, смысл какой? Ну, ты прошел за 3 секунды и все. И молодец, ты герой. Какой ты герой-то? Ты дырка от бублика, ё-моё. Который ни хрена в игре не понял, ни смысла, ни что от нее хотели, блин. Просто тюх, и все. Ну, халява, ё-моё. У нас народ такой, ребята. Любит вечно халяву, понимаешь? Ладно. Все, я выговорился, и поэтому... Я буду дальше продолжать там страдать. Новая серия, ребят, уже подготавливается. И я тебе скажу, что там трындец. Там просто, ребят, трындец. Я в шоке, что там вообще дальше происходит. Вы хоть и пугаете меня, ты там дальше еще не видел, что там будет. В данный момент, где я сейчас нахожусь, мне этого достаточно. Чтоб пердак горел, как я не знаю, как после соуса чили, там табаско или еще что-нибудь в этом роде. Просто подгорает до невозможности. Но, тем не менее, мы будем с тобой... Ну, может быть, не с тобой, а с другими зрителями. Буду проходить, потихоньку стараться. Да, я понимаю, ребята, что у меня уйдет очень много нервов на это все. Вот. Потому что это... Потому что она нервная игра, на самом деле. Я не могу спокойно. Единственное, что, знаешь, вот кто-то писал в комментариях: Рэй, а вот ты Your Today 3, наверное, не захочешь проходить после вот этой игры. Я могу вам следующее сказать. Во-первых, Your Today 3, ее... Она как бы есть на просторах, но вот официалку не скачать. Если ты ее даже скачиваешь со сторонних сайтов, она у тебя не запускается. Единственный вариант, который я нашел, это уже по ходу дела взломанный, потому что там все покупки идут бесплатно. То есть игровой процесс как бы остается нетронутым, все миссии как бы закрыты, все закрыто, по-моему. Единственное, что все покупки, которые есть, там обновление машины, там вот это все апгрейды, делаются бесплатно. То есть у тебя не снимает ни копейки. Вот только такую версию нашел. Я очень сильно, ребята, искал и надеялся, что я найду нормальную рабочую версию. Ее нету. То есть она почему-то не запускается. Я уже пробовал ее и там, и сям, и везде, и на разных платформах. Нет. Я не знаю, почему такое происходит. А вот взломка пошла. Так вот, мне хотелось бы теперь узнать ваше мнение. Стоит ли мне ее играть
Для галочки, ребят, повторяю, для галочки. Потому что мы прошли с вами первую часть, мы прошли с вами вторую часть. Все по-честному, все прекрасно знали это. Вот, третья у нас получается чисто взломка. Она как там называется? Не взломка, она... Ну, знаешь, этот патч, когда скачиваешь, он называется патч бесплатной покупки. Вот прям так называется. Я серьезно говорю, я прошуршал много страничек в интернете в поисках нормальной работающей версии. И оказывается, не только я один искал, потому что я вижу там очень много комментариев от людей. Типа, а можете выложить непатченную игру? Ну, как она и должна быть, чтобы все за покупки, все, чтобы это... И никаких ответов нету. По ходу дела нет такой, ребята, версии. Так что вот теперь вам такой вот вопросик на засолку. Я понимаю, что интерес теряется практически на 80%. То есть мы с тобой открываем новую машину. То есть там проезжаем определенную территорию, покупаем новую машину, сразу же ее апгрейдим и проезжаем с тобой следующую территорию. И буквально, наверное, игру можно пройти, ну, за, я так предполагаю, за серию, может быть, две или три. Но зато у нас будет жирная галочка по поводу того, что мы эту игру прошли, и можно как бы к ней не возвращаться. Вот. Так что чирка мне в комментариях, мне очень будет интересно узнать, хочешь ты посмотреть, будет ли тебе это интересно или нет. Вот таким вот, ребята, образом. А если кто знает, где можно взять, как тебе сказать-то, не взломанную, но рабочую версию, то, пожалуйста, оставляй ссылку мне в комментариях. Все. Что я могу сказать? Я возьму и проверю, и посмотрю. Так, ребята, мы с вами уже в Лиге Сёгунов, в 2 звезды. Идем очень бодренько. Прям... Я бы даже сказал, великолепненько. Мне бы единственное, чтобы получить 16-21, было бы вообще идеально. Ну, тут я смотрю, как 15. О, было, было. Вот, есть. Фу. Нормуль. Единственная проблема, а у нас, как всегда, ребята, что бойцы. Вот бойцы у нас с тобой заканчиваются. И меня это как-то немножко тревожит. Тревожит это меня, понимаешь? Блин. Не спавший еще, башка уже не варит ни шиша, но мне надо еще, ребята, доснимать пару роликов. Потом со спокойной душой лягу спать. Сегодня уже встану где-то после 12. В Страйкфорсе уже новое обновление будет. Как новое обновление будет? Новые там события, по-моему, если не ошибаюсь я. Вот. Поиграю немножечко. Я сейчас занят там, ребят, прокачкой, блин, бойцов. 16-21, сейчас посмотрим, дадут ли мне 16-22. Сейчас доиграю, что мне 16. Нет, 16. Ладно, ребят, возьму 16-21. Что это? Тут я уже сбился, что я хотел сказать-то. Занимаюсь прокачкой. Прокачкой для... на апокалипсиса, одним словом. Но я уже говорил вам и в предыдущих сериях, что проблема в деньгах. Просто в деньгах. Там за 5 уровней на моем, да, там с 80 на 85 по 2,5 миллиона надо, чтобы поднять одну категорию. Ну, это, конечно, жесть. А вчера я, ребят, так и... так у меня и не получилось. То есть я даже не сходил в магазин. Помнишь, я говорил, что пойду, схожу в магазин и поиграем с вами в Snap, Marvel Snap. Только я дошел до кроватки, голову положил на подушечку. Все, друзья мои, в 2 часа ночи, открывая глаза, замечательно. Сходил, замечательно, поделал дела. Ну, я, в принципе, и предполагал, что так и будет. Тем более после, как говорится, горячего чая, сам понимаешь, да? Вот, так что вот такие вот, друзья мои, пирожочки с мясом получились. Слушай, а мне вот интересно, мы сможем перейти? С какой нам позицию сейчас дадут? 38-ю. Ребят, вот как вы думаете, вот сейчас мы... есть у нас шанс? Вот, давай посмотрим, может, 16-22 все-таки дадут? 16-21. Вот как ты думаешь? Раз, два, три, четыре, пять. Давай вот так вот попробуем сделать. Мы сможем сегодня попасть в Лигу мастеров? М?
Вот что ты скажешь? Вот твое предчувствие. У меня такое предчувствие, что мы туда влетим со свистом. Вот мне что-то подсказывает мое внутреннее вот нутро мое, что мы сейчас туда просто залетим. Потому что сейчас в данный момент 38-я позиция. Дай бог мы с тобой пролетим позиции 30. Мы останемся на 8-й позиции. Воу! Щет! Ты посмотри, что у нас тут вышло. Ребятулечки, красотулечки мои, вы посмотрите, мы сюда зашли, не парясь, не переживая, на лайте, понимаешь, просто на лайте. Мы сюда ворвались, как ветер в поле залетели, блин. Я удивлен очень сильно, потому что такие моменты, ребята, происходят, ой, наверное, раз в полгода. И вот у нас остается один маузер, даже у нас еще даже два персонажа в запасе, ты прикинь? Два, я думал, один маузер остался, а у нас два. Тьфу, так мы сейчас еще с тобой, я не знаю, возьмем позиции 5. Ну, я так рассчитываю, позиции 5, это будет у нас там, какое, 98-е, да, место было? Я думаю, будет, наверное, 90-е, 90-я позиция, или мы 90-е, сейчас посмотрим. Сколько мы позиций пролетим? С 93 по 84. По-моему, ребята, абсолютиш рекорд. Просто абсолютиш. А чё? Тысячу лет такого не было. Когда я вот так вот на лайте, не напрягаясь, брал Лигу мастеров. Мне понравилось. Мне понравился сегодня заход. Единственное, что испытание, ребят, закрыто у меня. Что-то я не понял. А, нет, не испытание, а... испытание. У меня открыто задание, испытание закрыто. Так, ну что, пойдем с тобой, пройдем быстренько серию испытаний. Блин, ну я думаю, что это вообще круто. Мы вот... Ну, серьезно, ребята, вот просто вот сейчас вот... Хоп-хоп и... И в дамках. Вообще четенько. Блин, вот так бы всегда, а? Вот так бы всегда бы залетать с первой заходки, ребята, с удачной с первой заходки сразу в Лигу мастеров. Да, я не спорю, меня буквально через 5-10 минут меня скинут обратно. Это однозначно будет, ребята, это однозначно будет. Но сам факт, против фактов не попрешь, ведь верно? Так что я доволен. Пиу. Сегодня в Steam заходил, отложил две игрушки. Ну, опять же, для своего второго канала. Жалко они, конечно, что на английском языке, но это у нас... Как вот этот жанр называется, где ты... Вот Survival Vampire, тот же самый этот, Рагнарок. Как этот жанр называется, я уже забыл. Ну, рогалик, не рогалик, блин. В общем, две игрушки за 600 рублей. Обе за 600 рублей. Минималистическая тоже графика такая, но жанр такой же. Бегаешь, отбиваешься, копишь опыт. Что-то мне так захотелось в них поиграть. Я знаю, что у меня их дофига, ребята, всяких разных видов. Но у меня, видишь, получается как. То меня сейчас торкает на вот эти вот такие вот игры, да, типа Tool Keepers, да. Или вот, например, как вот Рагнарок. Ну, не тот Рагнарок, который... А именно бегающий... Как он называется-то, блин? Ну, ты понял, да? Вампир Сурвивер, вот этот вот. А то вы сейчас подумайте, Рагнарок там мало ли какой. Нет. Не про эти игры я имею в виду. Вот. А где бегаешь, собираешь всякие там сферы, прокачиваешься и тому подобное. Так что... Вот. И... Потом у меня бзик идет, ребят, на игры типа башенок, типа Tower Defense таких. Потом мне это все как бы надо отдохнуть, я переключаюсь на что-то более серьезное. И вот так я прыгаю, как муха с одного на другое. И по итогу ничего хорошего не получается. Ну как ничего хорошего не получается? Я возвращаюсь обратно к этим играм спустя там 5-6 лет, чтобы допройти. Ну... У меня не хватает терпения. Очень-очень редко, когда я берусь за какую-то игру и прохожу ее прям вот сразу же от начала и до конца. Вот, ну просто цепляет чем-то, и вот я прохожу.
А некоторые, я вот сижу, играю там день, два, неделю, две недели. Что-то выходит новое, я ее захожу посмотреть. И уже про ту игру, как бы, ну, да пройду ее чуть попозже, думаю, да. И она как бы вот это вот чуть попозже. И все, к ней как бы интерес пропадает. Когда он просыпается, ты заходишь в игру и думаешь, ё-моё, а как там, как суперудары делать? А какие тут возможности? А какие тактики? Какие стратегии? Все. Это, считай, тебе надо проходить ее с самого начала. Это, конечно, да, ребята, жестко. Поэтому надо вот такие вот игры. Если ты играешь, их надо проходить сразу же. Ну, видишь, многие люди проходят такие игры на стримах. Я, например, на стримах не смогу, ребята, столько времени просидеть. Во-первых, у меня нет стула, точнее, кресла компьютерного. Я сижу на... Знаешь, на чем я сижу? Я сижу на этом... на кресле. Кресло низкое, для того, чтобы мне хотя бы сравняться с микрофоном по лицу, мне приходится под нее ставить подушки, ложить. У меня две такие подушки, они мягкие. Я сижу, мне жопа потеет просто, понимаешь? Вот. Сижу на них, они мягкие. Короче, зарабатываю себе геморрой, одним словом. В прямом смысле слова. Ну, вот такая вот. И у меня не могу, у меня начинает сразу же, ребят, болеть спина. Вот, а покупать, блин, ну оно только дорого стоит. Мне так жалко денег, я не знаю, ребят. Я знаю, что это мое здоровье, но посижу пока на кресле. Ну, вот долго я сидеть не могу, ребят. Вот 2 часа, и я все, я уже начинаю затекать просто-напросто. Поэтому вот не хватает у меня там больше там 2, 3, 4. Не, могу, конечно, посидеть долго. Если я, например, вместе с горячим чаем там сижу, да. Там время летит просто незаметно. Ну, это сами понимаете, почему. Вот. А если вот так вот, без чайка сидеть... Не могу, я не усидчивый. Мне надо обязательно сходить, размяться, там что-то поделать. Я такой вот. Полежать. Прилечь, полежать. Вот. Так, ребят, ну что, мы с вами нормально так идем. 6 геймпадов, если мы находим. Но это вряд ли. Ты понимаешь, что это вряд ли. Я смотрю, как у меня тают, ребята, эти телепорты. Мне так обидно становится за них. Что они... испаряются просто. Просто на глазах. Было 31, уже 26. 25. Печалька. Так, сколько геймпадов? Я заговорился с вами. Даже геймпады уже прозевакал. Сколько надо-то мне? А, еще 3. Еще 3 геймпада. А выпадают мне почему-то джойстики одни. Ага. Попался собачонок. Чуть не вырвался. Так. Ну что у нас получается? Мы все задания с тобой выполнили. Но я все-таки рад. Рад, что мы вот в Лигу Мастеров попали. Ну, прям какая-то прям гордость такая внутренняя меня берет, самого себя, за то, что у нас получилось это. Просто давно этого не было, а я давно так хотел забежать туда. С первой заходки. И наконец-то оно получилось. Ну что, друзья мои, все, рад был с вами пообщаться. Рад, что вы зашли на канал. В общем, всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.